Здесь и обычные дети, и те, которые занимаются уже в медиа-студии, и кто интересуется именно направлением журналистики и рассматривает для себя журналистику как будущую сферу деятельности. У них был большой интерес, с нашей стороны было желание немножко помочь им с профориентацией, ну и таким образом, можно сказать, отметить праздник, потому что 5 марта был Международный день детского телевидения и детского радиовещания. Здесь, конечно, очень профессиональные условия и с точки зрения для озвучивания, для съемок. У нас прекрасные специалисты, одни из лучших людей, которых я много лет знала, еще работая на телевидении. Вас как зовут? Настя. Прекрасно. Скажите мне, пожалуйста, Настя, вы любите писать сочинения? Иногда. Для журналиста очень важно уметь говорить. Для пишущих, может быть, это не в такой степени, потому что бывают такие великие писатели, которые, всех разогнав и со свечкой сев над листом бумаги, пишут хорошо, красиво, содержательно. Таких людей много. Но если это вот современная журналистика, которая требует некой универсальности, да, а универсальность в современной журналистике – это умение не только писать, но говорить и снимать, показывать. Очень важно, чтобы вы умели говорить. Пройдя такой долгий путь, который случилось пройти мне, я прекрасно понимаю, сколько преград, сколько подводных камней, сколько реальных сложностей ждет тех людей, которые выбирают эту профессию. Своими мыслями насчет того, что для меня дом, народ и единство. Дом – это не просто то место, где я живу. Дом – это моя семья. Народ – это большая группа людей, объединенная традициями, общим языком или какой-то культурой. Больше всего меня впечатлила студия, непосредственно оборудование и вот эта вот возможность поработать в этой студии. Честно говоря, такие шансы предоставляются редко, и я надолго запомню это впечатление. Мне сегодня очень понравилось интервью с Ольгой Владимировной. Она очень интересно рассказывает. Мне прям вот захотелось заниматься журналистикой, хотя раньше об этом совсем не задумывалась. Вот смотришь, человек, оператор, вот вроде ходит, а вот ему нужно заснять, он прям ходит, смотрит на наши лица, так улыбается, вот такая отдача идет. Насколько люди, которые встретили нас, были рады нашему визиту. Вот эта атмосфера, она очень всегда радует меня. Я вижу ее.